Так, я сейчас померяю два платья. Я не знаю, как они на мне сидят, хорошо или плохо. Я вам покажу. О, блин, а здесь дяденька какой-то. Я не смогу померить, потому что здесь дяденька. Что делать теперь? Короче, мне привезли одно платье. Я сейчас его померю и к вам приду. Просто дяденька рабочий, некрасивый, вот если он меня убьет голову. Не то чтобы некрасиво, просто неприлично. Ну вы же понимаете, это же... Сейчас. Ой, блин. Блин, прическу испортили много. Да, так какой у вас рост? У меня рост 167, где-то, может, 166, черт его знает. Короче, где-то от 166 до 168. Ну, непонятно точно. Блин. Не застегивается платье. Подождите. Я в нем какая-то жилья. Мне не получается платье застегнуть. Сейчас все застегну. Спасибо. Что-то как-то оно не очень сидит, мне кажется. Или хорошо? Шипит. Блин, как делать так, чтобы вы меня видели, и я вас чтобы видела? Я даже не знаю, как вас так поставить. А размер желудка? Что за размер желудка? Что вы несете вообще? Я же первый раз в жизни слышу сообщение. Вижу сообщение про размер желудка. Так слишком высоко. Это мне просто Лиза Триандафилиди прислала эти платья. Я поняла, оно сбоку еще... застегивается, я поняла. Подождите меня, что надо делать? Короче, ладно.